Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В этом видео я хочу рассказать вам о лучших хлебопечках для дома в 2022 году. Давно уже известно, что домашний хлеб выпекать намного вкуснее и выгоднее, но для этого требуется хорошая хлебопечка. Если вы задумались над покупкой такого прибора, то наш ролик обязательно должен помочь вам с выбором. В описании мы оставили ссылки на все модели, представленные в рейтинге. Перейдя по ним, вы сможете узнать актуальные цены и подробные технические характеристики. Приготовились? Вперед! Начинаю свой топ с модели Redmond RBM1908. Эта хлебопечка выполнена в футуристическом дизайне. В ней можно готовить не только выпечку, но и десерты, вторые блюда, каши, напитки, джемы и йогурты, например. Всего предусмотрено 19 автоматических программ приготовления, в том числе те, которые предназначены именно для теста. Чаша устройства имеет антипригарное покрытие, которое достаточно легко поддается очистке. Также следует отметить понятное электронное управление. Мощность хлебопечки составляет 450 ватт, корпус выполнен из пластика. В комплекте идет книга рецептов. Покупатели положительно отзываются о компактном размере прибора, качественном приготовлении хлеба, удобном управлении и доступной стоимости. В минусы иногда записывают короткий шнур питания, а некоторые пользователи жалуются, что в книге рецептов зачастую неверные пропорции. Хотите быть в курсе технических новинок? Тогда самое время подписаться на канал «Правильный выбор». И не забывайте кликать по колокольчику, чтобы сразу узнавать о выходе новых роликов. Далее в нашем рейтинге идет модель Kitford KT309. Эта хлебопечка в два раза мощнее предыдущего участника топа. Ее мощность составляет 850 ватт, есть возможность приготовления как выпечки, так и десертов. Всего предусмотрено 16 автоматических программ. Также есть функция отложенного старта до 15 часов. Помимо этого, стоит отметить функцию выбора веса готового продукта и даже цвета корочки. Сюда добавлю функцию поддержания температуры в течение 1 часа после приготовления. В комплекте обязательно идет книга рецептов. В отзывах в положительном ключе покупатели пишут про дизайн и надежность корпуса, эффективную работу устройства и функционал. Про какие-то серьезные минусы говорить не приходится. А что вы думаете об этой хлебопечке? Делитесь своим мнением в комментариях. На очереди хлебопечка Oberhof Brother F4. Она оснащена уникальным нагревательным элементом Smart Heating 5-го поколения, который быстро и равномерно нагревает внутреннее пространство прибора. С этим устройством нет необходимости замешивать тесто вручную, так как у него есть специальная съемная лопасть, которая имитирует ручное замешивание. Среди прочего, стоит отметить мощность хлебопечки, которая составляет 600 Вт. 15 автоматических программ приготовления, поддержание температуры до 1 часа, таймер отложенного запуска на 13 часов, дозатор ингредиентов и автоматический подогрев. Максимальный вес выпечки составляет 1 килограмм. В отзывах пользователи положительно пишут про компактный размер прибора, надежный металлический корпус, книгу с рецептами, понятное управление. Про серьезные и даже какие-то мелкие недостатки никто и не говорит. Интересует стоимость этой хлебопечки? Тогда загляните в описание под роликом, где мы оставили ссылки на проверенные магазины с самыми привлекательными расценками. Следующий герой нашего рейтинга – Kitford KT307. Эта хлебопечка позволяет приготовить не только домашний хлеб, но и джемы, десерты, йогурты и различные виды теста. Всего предусмотрено 14 автоматических программ и 1 программа с ручными настройками. Также есть функция отложенного старта до 13 часов. Съемная перемешивающая лопатка обеспечивает тщательное и равномерное замешивание теста. В комплекте идет мерная ложка и стакан. Мощность устройства составляет 550 Вт. Корпус выполнен из пластика. Весит прибор 3,7 килограмма. Имеется понятное электронное управление. В отзывах пользователи в позитивном ключе пишут про удобство в использовании, простоту, приемлемую стоимость и высокое качество хлебопечки в целом. Что же касается негатива, то здесь говорить попросту не о чем. Чтобы узнать стоимость этой и остальных моделей нашего рейтинга, достаточно перейти по ссылкам, которые мы оставили в описании под видео.
Оказывается, компания Hyundai также производит и хлебопечки. Модель Hyundai HY-BM3080 весит 5 кг. Ее мощность составляет 500 Вт, а количество автоматических программ равняется 19. Корпус выполнен из пластика. Среди особенностей прибора можно выделить возможность выбора цвета корочки, поддержание температуры, регулировку веса выпечки, таймер отложенного запуска и функцию ускоренной выпечки. Предусмотрена защита от перегрева. В отзывах пользователи крайне положительно пишут про простую и понятную инструкцию к устройству. Удобное управление, хорошее соотношение цены и качества, множество режимов и компактный размер. Некоторым покупателям не понравилась книга рецептов, а кому-то дизайн прибора. Теперь я расскажу про хлебопечку Orson BM1023JY. В ней можно приготовить не только хлеб, но и йогурт, джем или тесто. Есть таймер отложенного старта до 13 часов, можно выбирать цвет корочки. Также присутствует функция сохранения температуры в течение 1 часа после приготовления. Съемная чаша имеет антипригарное покрытие, устройство выполнено из прочного и термостойкого пластика. Среди прочего я бы отметил мощность, которая составляет 600 Вт. Понятное электронное управление, 12 автоматических программ. Весит прибор 4,3 кг, предусмотрена защита от перегрева. Пользователи в большинстве своем положительно отзываются о качестве получаемой выпечки, низком уровне шума при работе, удобном управлении и симпатичном внешнем виде устройства. В недостатки обычно записывают книгу рецептов. Следующая хлебопечка, о которой я бы хотел вам рассказать, называется Redmond RBM M1920. Это устройство 3 в одном, так как включает в себя саму хлебопечку, а также мультиварку и йогуртницу. Данная модель оснащена антипригарным покрытием, есть функция выбора цвета корочки. Предусмотрено 19 автоматических программ, можно готовить не только выпечку, но и супы, каши, вторые блюда, десерты и кучу всего другого. И нельзя сказать, что стоимость этой хлебопечки сильно отличается от стоимости остальных в нашем рейтинге. В отзывах зачастую хвалят удобство и простоту в использовании, вкусный хлеб, который получается из печь, компактный размер и стильный дизайн. Некоторые владельцы не слишком довольны книгой рецептов, которая идет в комплекте. Открывает финальную тройку рейтинга хлебопечка Kitford KT304. Она предоставляет возможность комфортного приготовления выпечки и различных десертов. Предусмотрено 15 автоматических программ, также имеется функция отложенного старта до 14 часов. Есть функция выбора веса готового продукта и цвета корочки. Реализована и функция поддержания температуры в течение 1 часа после приготовления. Устройство оснащено автоматическим дозатором, что дает возможность добавлять ингредиенты в выпечку во время приготовления без вашего участия. В комплекте идут мерный стакан, мерная ложка, крюк для извлечения лопатки и книга рецептов. Прибор выполнен из нержавеющей стали, его мощность составляет 550 Вт, а вес 4,9 кг. В своих отзывах пользователи в положительном ключе пишут про красивый внешний вид хлебопечки, надежность, удобное управление, низкий уровень шума при работе и в целом высокое качество сборки. Негатив иногда касается неподходящих пропорций в книге рецептов и отсутствия возможности отдельно приобрести чашу. Предпоследний герой нашего рейтинга – Redmond RBM1913. В этой хлебопечке можно приготовить как выпечку, так и йогурт вместе с джемом и даже вторые блюда. Всего предусмотрено 19 автоматических программ. Чаша устройства объемом 3 литра имеет антипригарное покрытие, которое не выделяет вредных веществ при нагреве. В комплекте идет книга рецептов, также есть приложение «Готовим с Redmond», где можно, например, подбирать блюда на ужин или выпечку на десерт. Помимо этого, я отметил 3 режима выбора корочки, функцию автоматического подогрева, возможность отсрочить старт до 15 часов и защиту от перегрева. Хлебопечка имеет понятное электронное управление, ее мощность составляет 600 Вт. Корпус выполнен из металла и пластика, весит данная модель 4,3 кг. В отзывах покупатели хвалят большое количество программ, вкусный хлеб, который у них получается, функционал устройства, компактный размер. Про какие-то серьезные недостатки говорить не приходится.
Завершает наш топ-10 лучших хлебопечек для дома в 2022 году модель Горение BM910W2. Мощность этого устройства составляет 550 Вт. Максимальный вес выпечки равняется 900 граммам. Корпус выполнен из пластика, всего предусмотрено 15 автоматических программ. Начало выпекания можно отложить на время до 13 часов. Также есть специальная программа без глютена для любителей хлеба без глютена. Емкость прибора имеет антипригарное покрытие, также предусмотрена защитная функция автоматического отключения. Есть возможность выбора цвета корочки. Пользователи в подавляющем большинстве довольны качеством хлебопечки, приемлемой стоимостью, компактным размером, удобством и простотой в использовании, низким уровнем шума при работе и функционалом. Негатив иногда касается брака, от которого никто, к сожалению, не застрахован, а также слегка хлипкой крышки. На этом я заканчиваю наш рейтинг. Не забывайте, что ссылки на все хлебопечки вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. В комментариях обязательно пишите, какая модель приглянулась вам больше всего. А чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До новых встреч!